Первое всероссийское совещание по вопросам комплексной безопасности в высших учебных заведениях было проведено в главном здании Российского университета «Дружба народов». В пленарном заседании, прошедшем под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации, приняло участие более 800 человек. Среди них были представители органов управления образованием, представители силовых структур, такие как ФСБ, МВД и МЧС. Также в совещании участвовали руководители российских вузов, в том числе 243 ректора высших учебных заведений. Открыл пленарное заседание министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. Еще совсем недавно, в историческом плане, лет 20-30 тому назад, когда мы говорили о безопасности, о защищенности, то в первую очередь в голову приходила проблема защиты и безопасности страны. И мы... Знаете, был какой-то термин, лишь бы не было войны. Мы понимали, что это самое опасное, самое страшное. Эта тема, хотя и не на 100%, но все-таки отвечаем на второй план. На первом плане сегодня безопасность личная, персональная, безопасность каждого человека. К сожалению, вот эта тема, она стала для нас сегодня очень чувствительной, очень значимой. Особое внимание участников совещания было уделено профилактике и предупреждению опасных ситуаций в высших учебных заведениях. На пленарном заседании рассматривались вопросы террористической угрозы, здравоохранения, пожарной, экологической и социальной безопасности. Мы являемся самым уязвимым местом, если мы говорим о опасности. Современный университет – открытый организм. Он сейчас стал гораздо более открытым, чем был даже в 20 веке. Современный университет живет в условиях неограниченной свободы коммуникации, благодаря новейшим информационным технологиям, которые несут наряду с преимуществами очевидными ряд серьезных рисков. Студенческое сообщество очень активно работает и находится в интернет-пространстве. Оно становится питательной средой, в том числе для распространения различного вредного влияния, экстремистских идей. Стоит отметить, что отдельное внимание было уделено опыту профилактики опасных ситуаций в РУДН. Безопасности университета, в котором проведена оценка состояния безопасности и определены жизненно важные интересы, установлены долгосрочные приоритетные цели, основные направления и принципы обеспечения безопасности, определена организация системы обеспечения безопасности. Российский университет дружбы народов – единственный в стране, где ежегодно обучаются студенты из 140 стран мира. Несомненно, это увеличивает террористическую угрозу и опасность возникновения эпидемий, таких как туберкулез или СПИД. Кроме того, сами иностранные студенты – самый незащищенный контингент обучающихся. На протяжении нескольких лет они живут в чужой стране, говорят на иностранном языке и периодически подвергаются нападениям со стороны националистов. О том, какие проблемы, связанные с обеспечением безопасности, волнуют учащихся других стран, рассказал президент Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации Габриэл Качёфа. Иностранный студент попадал в новую среду, университетские, где совсем другие требования к учебе, к дисциплине, в общежитии, где совсем разные, соблазнованные и так далее. По итогам совещания на базе докладов были сформулированы рекомендации как к органам власти, так и к образовательным учреждениям. Виктория Побединская, Екатерина Гульбина, Сергей Костров, новости ТВ РУДН.